не хочет отменять полеты в Сирию, в Таджикистан. В Минтрансе страны заявили, что готовы и дальше сотрудничать с российскими авиакомпаниями. У Душанбе нет претензий к нашим перевозчикам. А ранее в Москве говорили, что готовы прекратить сотрудничество с Таджикистаном в одностороннем порядке. Иностранный партнер объявил, что не хочет больше согласовывать назначение на полеты российских компаний из аэропорта Жуковский. Воздушная гавань расположена в Московской области.